Пятый день тренировок. Сегодня будет у нас утром ноги. Так что все разминаем ноги, особенно я. Со своими больными ногами. Ну да, ребро, так что на ноги будет. Ребро никто не будет давить, так что будет нормально все. Если, конечно, не будет ледрака. А он будет, 100%. Это все сваливание соперника. Это сваливание, да? Я просто сейчас не дорабатываю. Это. Смотрите, ребят, он может перекинуть, он сейчас просто не перекинул. Вот, он перекинул. Я убрал. Че? Он перекидывает, да. Убрал. Вот этой рукой. Тоже ближе. Убрал. Оперся. Ушел. Ну, ладно, коленку раскрывай. Ближе к бедру брать. Ноги берут вот здесь. Ахилл, да. Ему чуть-чуть вытащить колено, и все. Приема не будет. Ребят, надо подойти вот здесь поближе. Вот это сейчас упражнение как раз для этого. Подошли вот так, сели на корточки, забрали здесь колено. Буквально натянули его на себя. Натянули. Держим колено. Берем вот эту ножку. Раз. Вот это положение вообще очень неудобное для него. Я его здесь беру за икроножную, да? И здесь растягиваю его. Он никуда сейчас не сможет от меня уйти. Да, он будет пытаться там в основном ногу вот эту убирать. Ребят, здесь смотрите, что мы делаем. Вот этой рукой поддеваем, чтобы было пространство. И сюда всовываем руку. Ахилл я делаю вот этим местом. Я сжимаю вот так вот руку, сгибаю. И вот здесь такая вот эта косточка, которую я давлю как раз ну, вот, вот отсюда где-то. И вот до сюда можно давить. То есть, да, тут у человека, у каждого по-разному здесь болевые зоны. У кого-то, то есть, можно здесь сдастся, кто-то здесь сдастся. У всех по-разному, то есть, да, подтяну здесь. Ребята, еще, вот меня учили, да, ахилл делать локоть, обязательно прижимать бедро. Вот многие делают вот так вот ахилл. Вот, тянут локоть, бедру. Прижали, тут сразу пошла уже, да, вот он уже приготовился. Вот, такое движение. Оно у всех по-разному ассоциируется. Кто-то говорит, что надо перепиливать ногу. То есть вот, перепиливаем ее. Да? Ну вот я привык вот так вот говорить, локоть бедру. Да? И бедром прижали сразу, и тазом поддали. И мы, заметьте, мы поддаем этим бедром, у нас локоть уже прилип туда. Вот, и мы работаем. Раз. Вот. То есть ноги я здесь перекидываю. Да, как где-то не там, где-то нельзя это делать. Да. Раз, перекинул, закрестил, да? Ребят, вот эту стопу здесь не оставляйте, пожалуйста, вот смотрите. Вот это. То, что он тут на пятку, он, ну, как бы может сделать что-то. Да? Раз, закрестили. И опять. Все вот это движение, ребят. То есть здесь получается вот и круг вот сделать, да? Да, там все пропиливается. Смотрите, здесь я держу его как бы его ногу. Ему уже туда как бы не пойти. Я его здесь топорю своей вот этой ногой. И тут, вот. Тут колено выламывает, по-моему, и икру. Ну, это делать или нет? Да, мне без разницы, это делай. Без разницы, делай это, да. Да. Ногу контролируем, чтобы я не выпрямил. Гули, моя гули. Гули вообще нормально. Гули, давай. После вчерашних походов в гору идет массаж голени. О, нормально. Здесь я сразу же делаю крючок вот такой. И прыгаю. Здесь кому интересно, вот это обратная пятка, да? И забираем ахилл. Тоже, ребят, здесь смотрите. Мы сейчас ахилл делаем под другую, ну, по другую подмышку, да, накрест, да. Вот, но концепция вся та же. Ногу. Вот. Локоть бедру и тазом. Опять же мы ему здесь блокируем его ногу, потому что если я вот так вот буду его делать, он уйдет просто, да. Обязательно должна быть такая блокировка. Да, да.
Доглядывать там на нее, чтобы на нее потом выйти. Вот. Поставили. Резко стартанули. И нога, ребят, нога, она вот сюда вот как ниточка в иголочку должна входить. То есть вот так вот, если я буду делать, он меня просто в задницу толкнет. Да, еще и по лицу ударит. Вот. Здесь надо какую-то активность изобразить. Да. И потом вот либо я на эту руку опираюсь. Да. И ухожу сюда. Да. Либо вот просто хоп. Вот такое движение, ребят. А пятка там остается, да? Прямо под тазом, вот это левое. Я поворачиваюсь, вот, вот так вот, да. Она здесь остается, да. Вот, как пробочка в бутылке. Вот я проворачиваюсь. По поводу коленей, ребят, опять же, вот эта нога здесь у него лежит, на заднице. Это сверху. Нога ваша. Ой, его нога между полом и вашей головой придерживается вот этой рукой, пятка. Здесь ручка так. И поддаем тазом. Тогда делаем уже. Если я не буду держать стопу, он будет ей крутить. Он будет уходить. Да. Стопу обязательно держим, вот пяточку. Дима, ты при заходе не берешь, не берешь, да, таз? Да. Обычно ноги крестят ноги. Закрой, закрой ногу. Открывай. Здесь смотри. Мы же убираемся. Я сам давит. Тут я тебе еще начинаю давить. Вот такое. Плюс еще здесь смотри. Вот это вот. Кривер или как он там называется? Еще на это такие вот. Да. Ребят, как сваливать, понятно его, да? Потому что когда человек в стойке стоит, вот у него здесь точка опоры, здесь точка опоры. Вот здесь у него нет точек опоры, вот мы его сюда и валим. То есть одним движением вот ноги и блокируем еще вот, вот этой ногой давим сюда, и здесь ножку блокируем. И бедра включаются. То есть первый дрил, который мы делаем. Ребят, отсюда что еще можно добавить? Ахилл. Сейчас потихонечку, да, добавляем. Аккуратненько. Раз, я изорвал. Нет, здесь ты... Получается, вот я так как бы защищаюсь, да? Да, да? Здесь, чтобы я не отпрыгивал, да? Я ухожу сюда, я как бы тебя провалю. Вот смотри, ты сейчас стоишь на той ноге. Да. Опора. Я тебя, смотри, проваливаю вот сюда. А, все, да, я понял. Здесь я ее держу для того, чтобы... Вот крючок вот этот, да? Просто это реализовать. Если я просто буду делать, ну да, я... получится, но я буду, но я буду защищаться. Получится, да, но да. Вот так вот вернее, прям держать. Я понял, да. Хорошо. Спасибо. Дима показывает хорошие штуки на ноги. Здесь переходим вот здесь на ногу. Вот так. И тазом работаем. И он, по идее, уже, когда он падает, он уже должен сдаться. Вот. Выход на колено. Отрабатываем. На мне отрабатывают болевые. Ноги забиты. Идет массаж бедер. Ой, пях, хорошо. Дед, там я, конечно, пояс Саша Коновала. Скрести ноги. Не было, Саш, еще раз. О, да, да. Я убегаю и пошла. Ущемление. Нормально? Нормально. Я думаю, всем понравилось. 47 болевых на ногу. Вообще круто, давай на второй. Все, ну вот у нас тренировка прошла с Дмитрием Лазуриным. Давай сейчас мы с ним познакомимся, чтобы вы знали, ребята, откуда такой мастер у нас в России живет.
Давайте, представься, имя, фамилия, город, клуб. Лазурин Дмитрий, город Новокузнецк, клуб грэпплинга «Крепость». А у тебя вот какой пояс или звание есть, какой там мастер спорта там, или еще? Я мастер спорта по рукопашному бою, динамовская версия. И по курсу. Чем отличается динамовская от всех остальных? Ну, есть армейский рукопашный бой, есть динамовский. Армейский — это в решетках, и там правила несколько другие. То есть можно добивать соперника ногами, когда он в партере. Динамовской рукопашки открытые шлема. И то есть нельзя добивать ногами. Я просто не рукопашник, ну, никого не вот знаю. Я там и там выступал, и по рукопашке, и по армейской. А вот откуда такие вообще знания и любовь к ногам? Ну вот был один человек, то есть сам мастер спорта по самбо, кто пришел в зал, показал этот тахил, показал некоторые нюансы, вот, которые я, в принципе, здесь уже рассказал. И он мне сказал, у тебя это пойдет. Ну и все, я начал так делать, пробовать на соревнованиях. Получалось, люди хлопали, сдавались, мне понравилось. Ты не чувствуешь, что ты как бы углубляешься вообще в ноги и теряешь, допустим, уже вверх? Чувствую, да, я чувствую это, но мне просто это нравится, я хочу это освоить, как бы, можно так сказать, более-менее в совершенстве, да. И потом уже, я не забываю про верх, я все равно работаю вверх, прохожу гард, также пытаюсь работать и кимуры сверху, даже с сайт-контроля, там, с маунта пытаюсь накидывать треугольники. Вот, ну пока вот основной акцент на ноги, если я хватаю ногу, значит. Просто я к чему это говорю? Просто когда у нас мы здесь боремся у нас каруселька, или как называется? Как называется каруселька вот эта? Ранжар или как она? Рандори. Ну неважно, короче. Вот видите, я даже не знаю название, неважно. Я мы сидели, вот считали, он Олег, он их посчитал, и я очень долго там 20 человек подошло, и половина из них ноги. То есть вот как бы вот человек умеет делать ноги фактически. Соответственно, все уже готовятся. Соответственно, ну что, нечего добавить, ребят, вы приезжаете, если кто живет в Новокузнецке, приходите в клуб «Крепость», к Дмитрию, он вас научит. Очень приятно, потому что я, допустим, с ногами не очень. Спасибо, Дим. Вообще супер. У нас еще есть один мастер, я потом с ним еще поговорю. Раз, два, вот ты сейчас, да, заблокировал. Да, сейчас я сделал. Вот обычно сначала тяжело вытащить. Ну, пятку я уже пошел. Чтобы, допустим, разжать его колени, а это уже секунда две, а он уже сделал мою пятку. Вот. Мы локоточки сюда вставляем. Эти сюда, либо сюда. Вот я люблю вот под бедра маленькие. Подбить вперед. Подбиваем, да, подбиваем. И коленочку одну вставляем. Такие вот, убежали вот, позиция. Вот позиция, все. Теперь я могу уже учиться на ахилл, либо на пятку. Я на пятку люблю. Ахилл долго забирать. Вот. Можно делать как дрилл, просто подбрасывать, зацеплять, да? Да. На скрутку выход. Тоже так же пробарываемся и уходим вот сюда. Вот, да, тут прикольная штука. Вот. Здесь, если мы сюда маленько дадим, он сразу выпрямит ногу. Сразу же выпрямляет, и все, и нам тут бороться приходится, что-то делать. Тут надо сразу, как мы только крутим, сразу ее сюда к заднице прижимать. Ага. Вот. И головой прижать. Да, и головой, да, желательно, конечно. Не хватит. Я встал. Здесь он ножки вот так вот делает. И смотрите, мы как работаем. Раз, колено, пяточка. Прорвали сюда, да? Сели. Вышли, да, допустим? И все, я теперь забираю ножку также. Ага. И он также отрабатывает вставание. Я сажусь. Раз, разорвал. Сел, да, здесь законтролировал, и опять он так же. Вот это так. Да, точно дело. Все, наконец-то поймал Олега Загальского, организатора этих сборов. Олег, пару вопросов. Добрый день. Как часто проводятся сборы? Сборы будем проводить раз в год. Сейчас возьмем за традицию. В начале августа, я думаю, будем проводить сборы. Это уже наши вторые сборы. Первые сборы были в прошлом году, в середине августа. Мы привозили одного топового спортсмена из Чекмата, Сандро Виера. В этом году мы привезли топовых российских спортсменов, инструкторов. Дмитрий Селивахин, Абдулбари Гусейнов. Вот. Они проводят тренировки, дают нам хорошие техники, интересные, разноплановые. И в то же время рабочие техники. Техники, да. А в этом году больше людей собралось?
В этом году собралось людей в два раза больше. В прошлом году у нас было около 50 человек, там 45-47. В этом мы перевалили за 95 человек. А ты можешь перечислить, какие города вообще приехали? Могу. Усть-Усолье, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Мегион, Екатеринбург, Петербург, ну и Москва. Короче, народ собрался много. Со всей России только не захватили Дальний Восток. Я думаю, в следующем году кто-нибудь из Дальнего Востока тоже потянется. Слушай, ну вы, ребят, все увидите здесь как сборы. Я все покажу, весь комплекс. А еще вот вопрос, Олег, ты какой клуб представляешь, из какого города и звание, вот так, чтобы люди знали, вдруг они хотят заниматься в твоем городе? Я представляю город Новосибирск, мой клуб называется «Прайтим», мой куратор Леонардо Невес, он представляет свой лейбл «Лео Невес», он сам выходит из Чекмата, мы плотно дружим с Чекматом, ездим к ним в Рио на тренировки, файт-зона, раз в год стабильно ездим в Бразилию. Так. А ну, какой пояс? У меня пурпурный пояс по бразильскому. Так, а вот еще самый главный вопрос. А тут знаю, что базовый ударник. Да, ну, я выходит, базовый ударник. Выходит из... Из армейского рукопашного боя. Вообще я выходит... Одни рукопашники. Из кикбоксинга. А еще, то, видите, мой земляк. Я занимался кикбоксингом, да, пошел ударник. В училище военное. Там начал заниматься армейским рукопашным боем. Выполнил звание мастера спорта. Чемпион-призер различных всероссийских турниров, там, призер международного турнира по армейскому рукопашному бою. Ну, как бы, а потом я попробовал борьбу, и меня затянуло. Так что, ребят, смотрите, вот если вы ударники, и вы не знаете, что дальше делать, идите на бразильское джиу-джитсу. Правильно, Олег? Правильно. Правильно? Правильно. Все, идите в Новосибирск, в клуб. Прайтим. Прайтим. Кирова, 82. Все. Находите нас ВКонтакте, да, и приходите. Ну и, соответственно, мы ждем вас на следующих сборах в следующем году. Соответственно, я буду, все ребята, которые сейчас, я думаю, приехали сюда, они с удовольствием сюда вернутся. Да. Все, спасибо тебе, Олег.